Выполнение поручений президента, подготовка к посланию и к важным политическим кампаниям. Эти темы стали основными во время встречи Александра Лукашенко с главой администрации президента Натальей Качановой. Главный акцент на рассмотрении вопросов и обращений белорусов, в частности тех, что поступили накануне большого разговора с президентом. Сегодня же Александр Лукашенко обсудил деятельность управления делами президента, а также перспективы сотрудничества Беларуси со странами Африки. Эти темы поднимались во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана. Экологическую обстановку, которая связана с деятельностью аккумуляторного завода под Брестом, будет мониторить группа государственно-общественного контроля. Первый в стране аккумуляторный завод построен вблизи аэропорта Брест. Инвестиционный проект позволит создать рабочие места и получать продукцию, которую ранее закупали за рубежом. Среди других экологических вопросов, которые рассматриваются руководством города и области, строительство газоочистительных установок, активизация велодвижения, возведение новой транспортной развязки. Ведущий белорусский теннисист Владимир Самсонов нацелен на медаль вторых Европейских игр, а задача для мужской и женской сборных в командных соревнованиях – пробиться в топ-8. Сегодня, в канун 25-летия Белорусской Федерации настольного тенниса, тренеры и атлеты озвучили планы на перспективу. Соревнования по настольному теннису в рамках вторых Европейских игр пройдут в Минске с 22 по 29 июня. Призеры получат путевку на Олимпиаду в Токио 2020.